Здоровые 2 часа сна. Ага, это все не сон. О, что там снаружи? Ладненько, тут прошло что-то огромное. Так, ладно, все обратно в тележку, надо ехать дальше. Так, погоди, ладно. Не знаю, видела ли ты 6-километровую линию разрушений, но я бы предпочла не находиться в лесу, где обитает монстр размером с бога еще один день. Было бы чудо. Куда здесь взяться монстру? До ближайшей красной зоны 100 километров. А мне кажется, что ты намеренно игнорируешь следы разрушения. И что, предлагаешь вернуться? О, я был бы не против. Я предлагаю пойти подальше от леса на восток и сделать крюк через скалоград. Мы там перекусим и заодно не сдохнем нахрен. Не-не-не-не-не. Я не буду удлинять планы на 2 дня из-за того, что тебе виды не нравятся. Мы идем на север, а ты как хочешь. А, ты будешь меня вынуждать? Правда собираешься? Ну все, берегись. О, гляньте на этого бедолагу. У него до ужаса изможденный вид, который не соответствует минимальным стандартам содержания заключенных в этом регионе. Если этот бедняга вскоре не получит хороший обед, то какой-нибудь случайный прохожий будет морально обязан донести на тебя. А ты ведь безупречный рыцарь, да? Такие обвинения тебе будут явно не к лицу. Забавно, Ашик, но мне каждый раз кажется неискренним то, как ты за меня заступаешься. Я ошибаюсь? Господи. Ладно, уговорила. Едем в Скалоград. Вот тяна! Не знал, что так высоко можно забраться. Вы вообще это видите? Я просто уже была тут. На самом деле, таким способом я дальше и не забиралась. Каким? Привет! Слышала, вам нужен компаньон. Здоров, никому не нужен фрекельковый шеф. Езжай. Вы там есть собираетесь? О, да, пора жрать. Мефисто! Ну так, я хорошо справилась? А, ты ничего не сделала, мы никого не арестовали. О, простите, в следующий раз постараюсь. Рад слышать, Кейдж. О, понятно. Простите, сэр. Нет, не извиняйся. Но я знаю точно, что мы команда, и первый день прошел гладко. И что ты предпочитаешь работать один. А, да, так и есть. Как ваши дела? Готовы заказать? Ты платишь за первое и компот, Зигфрид. А можно мне тортик именинника? Будешь то, что я закажу, а ты платишь сама за себя. Сука. Зацени, какой большой крабобургер! Кафе отвал башки! Яичко. Ага. Просто яйцо. Ты не обещала мне обед. Детская порция тоже считается. Я не буду переводить еду на того, кто скоро умрет. Держи кетчуп, так будет сытнее. Пустой, да. Эй, можно мне у вас соус взять? Сироп или кетчуп? Оба. Блинчики отстой? Говорят же, блинчики это дилетантский завтрак. Кейдж. О, стейк был хорош. И куда ты? В уборную. Натворишь что-то, пока меня нет, секир башка. А, твою ж тыковку! Ты бы знала, как я сейчас зол, Ашик. Бесит подобное. Понимаю. Не повезло тебе попасться такой праведной рыцарше, у которой еще были магические наручники. Мог бы сбежать, если б тебя арестовал кто-то другой. А! Эй, ты же адвокат. Расскажи о преступлениях. О преступлениях? Да, типа, что это вообще такое? Ты не знаешь преступления? Да не, я знаю, что это. Мне просто интересно, знаешь ли ты о них так хорошо, как я, чтобы у нас были примерно одинаковые представления. Типа, какое самое серьезное преступление и какое, ну, самое несерьезное? Серьезное? Убийство или типа того. Типа, это очень плохо. Самое мелкое, наверное, кража. Оно обычно несерьезное, но если наворуешь больше, чем на 500 серебряников, и на тебя повесят обвинение, это будет серьезно. Ладно, а что если, типа стащишь свежевыпеченный пирог, который на подоконнике остывает? Куда относится такое? Ну, это получается воровство. А если ты...
крадешься вдоль кирпичной стены с мешком через плечо. А прожекторы типа ищут тебя в темноте. Куда это приписать? Это скорее описание ситуации, чем преступление. Ого, ты такая умная, Ашик. Я допёр, что делать. Эй, думаешь, удастся убедить Зикрит купить нам десерт, ссылаясь на твое прилежное поведение на протяжении всей... Вот срань. Чё за? Разойдитесь, народ! Он мой! Кейдж, нет! Стоять, гражданин! Сейчас же сдайтесь и оплатите штраф. Попытка побега будет расцениваться как преступление, за которое полагается более тяжелое наказание. Гражданин. Что? Я промахнулась? Чего? Куда он делся? Эй! Хватит сопротивляться аресту, мелкий воришка! Мелкий? Помни, наворуешь больше, чем на 500 серебряников. И на тебя повесят обвинение. Хамоватый, но добрая крыльчиха права. Мне нужно еще не наворовать. Как я еще его не поймала? Ха! Фигово пружинишь, консерва. Что ж, я попружинил отсюда. Не убивай меня, прошу. Хватит убегать. Взрывной плевок? Она скелетом пульнула. Куда разбежался? Странно, она что-то долго возится. А что это за стальное существо? Звездорожденный? Ага, власть купила его 5 лет назад. Начинает казаться, что это были деньги на ветер. Думаю, мы должны сообщить об этом. Погоди, я еще не готов! Некуда бежать, гражданин. Итак, хватит сопротивляться! Сухарик! Он что, решил умереть? Стоп! Не в мою смену! Не-не-не-не-не, чуть ближе! Ну все, пакуй меня, начальник. Шеф, я поймал его! Зачем подмогу вызвал? Ты вообще что творишь? Преступник. Кейдж. Да, но ты перегнула. Ты всю улицу разворошила, чтобы поймать одного недофокусника. Но он же воровал всякое украшение там, корм для птичек. Даже корм? Да, тот, что в форме сухарика. Господи, он умер. А, Кейдж, я доложил об этом твоему надсмотрщику. Нет, пожалуйста, сэр. Я стольких уже подряд поймала. Еще чуть-чуть и прошу. Я не могу потерять все свои очки. Обсудим это потом, Кейдж. Чем могу служить? Здрасте, это мое. Повторите? Пацан, колдун, он мой пленник. Я везу его в Веридию, чтобы его казнили. Поэтому я, пожалуй, заберу его, и мы пойдем. Извините, но не положено, мэм. Он украл антикварные колбасы мантикоры ценой по 500 серебряных каждый.
Он преступник Скалограда, и судить его будут здесь. Этот мой, найди себе другого. Не прикалывайся, хрень несешь. Ваша неспособность уследить за пленным вынуждает нас взять все под контроль. Радуйтесь, что и вас не наказали. Вы нарушаете законы Веридии, поступая так. До Веридии далеко, мэм. Теперь он наш пленник. Будьте любезны, снимите наручники. Я, Зигфрид Веридианская, освобождаю этого преступника. О, вы ее взбесили. Чё как, ладная? Почему ты еще здесь? Это конец. Его явно не скоро отпустят. Твоей афере конец. Ага. Думала, хоть в этот раз что-то поменяется. И что будешь делать? Позвонишь в колокольчик, и дядюшка тебя заберет? Да. Кажись, так и будет. А ты? А я что? Куда отправишься? Как и ты, обратно на юг. Искать доктора, которого искала. Еще 2-3 года проведу в стране, где вообще не хочу быть. Боже, только тоску не нагоняй. Ты сопроводила преступника в тюрьму. Разве ты несправедливости хотела? Ага, и все вокруг засверкало цветами радуги. Знаешь, начинает казаться, что у тебя были какие-то свои скрытые мотивы насчет него. Ну... Возможно. Но это уже не важно, разве нет? Я тебе скажу, как жулик жулику. Мефисто, он вроде профессионал побегов, да? К чему клонишь, ушастая? А может, мы с тобой останемся еще на одну ночь? Потусуемся у тюрьмы, а вось что выкинет. Если по восходу он останется в клетке, мы вернемся к своим дерьмовым жизням. Но... Если по счастливой случайности он сбежит, бах! Хватаем гада, берем его подмышку, и афера снова в деле. Ты серьезно считаешь, что этот олух способен сбежать из городской тюрьмы в первую же ночь? Признаюсь, очень хочется это выяснить. Так что скажешь? Терять мне нечего. Его не жестко осудили, вряд ли там серьезная охрана.